Советские евреи. Сегодня ваши лидеры постоянно говорят о советских евреях. В храмах висят плакаты о советских евреях. Я помню, что так было не всегда. Я помню время, когда никто не говорил о советских евреях. Я помню время, когда раввины занимались такими вопросами, как салат и виноград. Анджела Дэвис, Вьетнам и Куба. Кто говорил о советских евреях? Трагедия советских евреев началась в 1917 году, когда была первая демонстрация в поддержку русских евреев в городах-близнецах. В 20-х? В 30-х? В 40-х? В 50-х? В 60-х? Проблема советских евреев была выведена на первые полосы благодаря еврейским боевикам, которые вышли на улицы и сделали то, что хорошие еврейские мальчики и девочки делать не должны. Прибегли к насилию. Я бы хотел посмотреть, как еврейское руководство выпустит брошюру против насилия, которое чинит Африканский национальный конгресс. Они осуждают насилие избирательно. Если бомбу бросит Африканский национальный конгресс, то это, ясное дело, бомба свободы, и мы ей аплодируем. Но если бомбы бросают за советских еврейских братьев и сестер, которые томятся в неволе 50 лет, и никто их не слышит, это плохая бомба.